Всем привет, с вами Ниагара. Снова возвращаемся в эту игру. Итак, пристыковать торренс, дать энергию на транзит. Ага, установить подачу энергии здесь надо. У нас там с вами человек ходит. И что вот с ним делать, я сейчас не представляю. Если я начну в него стрелять, это однозначно чужой придет. А устранить его как-то по стелсу не получится, я так понимаю. Огнемета мало. Так, а что у нас тут показано? Так, где-то здесь. Дать энергию на транзит. Я вот думаю, может быть, кинуть звуковуху. Придет чужой, его убьет и свалит. Но это тоже не точно. Может быть, попробует долбануть его. Шокер. А вот он, опять же, он в каске. Коктейлем Молотова, может быть, его убрать. А, я не знаю, на этот шум придет чужой или нет. Вот в чем вопрос. По крайней мере, это не стрельба. Но, видите, если я устраняю маленьких вот этих сикарашек огнеметом, он тоже прибегает. Так что, с болтером. Это не вызовет такого шума. Ну, что же делать, я не представляю. Давайте пробовать. Тут опять же, пока я пока я целюсь, он меня заметит, начнет то сам стрелять. В общем, как-то все сложно. Я не знаю, вон он. Шарашится там. Но мне отсюда с такого расстояния не попасть в него. Он меня, по-моему, запалил, нет? А, да. Он меня уже увидел. О, норм! И уже стреляет. Вот сейчас придет чужой. Вот ты, чувак, зачем ты стреляешь? О, он пришел. Ты чуть сюда пришел? Придурок. Вот ты даешь. Так, ладно. Он пришел. Он пришел. Он будет добрый, ласковый. Вали отсюда. Плохо, это плохо, товарищи мои. Что могу еще сказать? Короче говоря, все мои размышления о том, как кот какой-то не привлечь внимание чужого, кончились провалом. И у меня 100 счет каких-то там баллонов или чего еще. А, он опять пришел. Естественно. Естественно. Он сейчас все время будет приходить. И что мне делать? Он где-то шарашится. Так, допустим. Кинуть звуковую подальше. Так, а я что? Я стою прям, да? Такая. Где он? Ой-ой-ой-ой. Иди отсюда. Иди отсюда. Да ты что издеваешься? Он прям ходит за мной. Нормально. Ну что, кругами будем ходить? Мне кажется, он на мой запах ходит. О, в натуре. Нюхает и ходит прям за мной. Может, уйдет? Просто такими темпами мы так и тут и будем сидеть, если он вот так будет шарашиться. Подождите, он начинает туда потихоньку уходить. Я здесь сейчас использую рычаг. Тем временем. И свалю. Может быть, проскочу. Хотя, что-то мне кажется, это, конечно, не конец. Да, здесь вообще тупик. Ха-ха-ха. Так, дверь там закрылась. Я не знаю, сможет ли он сюда пойти. О, топливо для огнемета, которого пипец как мало. Учитывая то, что... Так, патроны. Так, тихо. Ты же не зашел, да? Учитывая то, что приходится все время тратить, блин. Вот он сейчас, вот я уверена, будет все время за мной таскаться.
Ошибка, неверная ячейка. Что еще? Привет, Майерс, смена закончилась. 1851. Угу. Иду домой. Один. Так, подождите. С моей-то памятью я сейчас выйду и все забуду, если он на меня еще тем более побежит. Я быстренько сейчас, ребят, 1851. Угу. Черканула себе. Это, я так понимаю, там рядом была дверь. Там какой-то код просили. Вместе к светлому будущему, бла-бла-бла. Угу. Так, аудио. Это Синклер. Вот что, парни. Я ждал вас уже слишком долго. Вырубаю электричество и уезжаю последним транзитом. Мы не можем держать убежище открытым. Если внутрь проберется хоть одна тварь, со всеми припасами и оружием можно попрощаться. Мы запремся и будем сидеть, пока не придет помощь. Уж простите, но вы сами виноваты. Нечего было ломиться к кораблю, который не прилетел. Ломиться к кораблю, который не прилетел. Я вот тут ломлюсь и хожу, пристыковываюсь. Тоже примерно, как ты там. 1851. 1851. Так, допустим. Пока вроде получается все по-тихому. Он сначала, конечно, прибежал, там запсиховал. Что там еще? Калибри. Ну, вроде как сейчас удается продвигаться потихоньку. Тут что тут у нас? Тут стыкуемся. Опа. Ладно, подожди. Сначала разберемся, что тут надо делать. Так, ладно, вставай. Ага, ключ питания, давай. Ключ ему. Что там, там опять спрыгнул, что ли? Ой, тихо. Ладно. Питание включили, давайте запишемся. Рядом враг у нас не было, так что нормально. Да, конечно же, сохранить. Не хочется опять ползать тут. По второму разу. Эх, огнемета 132. Конечно, печально. Я вот еще, кстати, ни разу не проверила, если кинуть у него коктейль Молотова, то что будет? Вот это ни разу я не проверила. Так, ну и что, да? ЛБ. А, меня полностью, что ли? Подожди, в смысле? Не создает. У меня их два только создать. Че? Не знаю, ребят. Ладно. Дымовая шашка. Так, СШГ. Тоже что-то... А почему я не могу ничего создать-то? Так, Эмина. Нет места. Ну, тут-то понятно. Звуковой генератор почему? ЛБ не работает. Странно. Так, коктейль Молотова. Что там у нас по коктейлям? Ага. Ладно, пошлите потихоньку. Так, значит, сейчас я отсюда выйду. Ага, возле сохраняши дверь. Дать энергию на транзит там. Там сначала не было, да, вот это, я когда подошла, от человека-то пряталась. Вроде его нет. Там было на двери написано, типа, подайте энергию. Что мы, собственно, и делали. Ну, вот этот. Вроде как перестал меня вынюхивать тут. Ну, реально, он прям ходит вынюхивать. Кстати, говоря, патроны для дробовика неплохо. Тэнкс. Опа! О, сейчас придет, сейчас придет. А чё, где можно спрятаться? Лезь туда. Не идет. Пришел. Как нет-то. Ага. Я сижу тихо. Ну, кстати говоря, помните, был такой случай, прям запалил меня под столом-то. Не каждый стол спасает вообще-то.
Главное, в этом помещении негде спрятаться. Вот что, только стол. Если бы какой-то ящик или куда-нибудь. О, здравствуйте. Уйди отсюда, не ходи сюда. И мимо. Этой пикалкой не буду пока пищать, он слишком рядом. Надо ждать, пока уйдет, блин. Опасно. Опасно выходить, огнемета мало. Если бы у меня было там, допустим, зарядов 500, бы не так сыкотно. Так, а далеко ли он туда ушел? Ну, он где-то рядом. О, мимо ходит. А я тут распищалась. Так. Пошел куда-то. Ну, вроде как, вон он. Ой, там вынюхивает. Я пока тут попалю. Слишком опасно тут опять что-то нажимать. Прибежит и со спины убьет. А я знаю, как он это умеет. Так, ну он вроде... Все, чалил. Взять вам. Пока вот так. Ну, ушел в дальние дали, ладно. Посмотрим, что тут у нас есть. И нажмем кнопочку. Отлично. Он меня там не вставил. Попасть в космопорт из жилой зоны. Так, ну он тут ходит. Как-то я сделаю так. Подождите. Это мне выйти и прямо, короче, пилить туда, где я вот эти двери открывала. А там, видимо, какой-то лифт еще или что-то. Попасть как-то туда надо. Блин. Нормально вы задачи ставите. Есть тут что еще? Пришла, когда они закрывали убежище. Я не знаю, чего ожидала. Что они вдруг передумают и впустят меня. Или что пристрелят на месте, как они делают с теми, кто не мешает. Они просто захлопнули дверь перед моим носом. Я слышу их сквозь пол. Мне недолго осталось. Сильвер и его люди забрали все запасы продовольствия и большую часть оружия. Но я также слышала детские голоса, а раньше еще удивлялась, куда пропали все дети. Может, они спасут детей от этих тварей? Я надеюсь на это, вопреки всему. Он ведь ходит тут, собака где-то рядом. Ну что он делает? Так, отошел. Не уходит, ты посмотри, паразит. Мне туда, а он в двери шарашится. И пофиг такой. По одной территории ходит, ходит, ходит и ходит. Да давай, пора уходить. Сваливай. Блин. Прям по периметру гоняет. Ладно, пошли, эти что, он так долго будет гонять. А, вон, вижу, 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 вижу. О, здрасте. Иди ко мне. Нюхал. Да. Ну ты, смотри, какой настырный. Шо, вон. Да ты серьезно? Ты такой дерзкий стал, что ли? Так, бегом. Быстро, пока он ушел. Быстро жмем. Так, вызвать транзит. Все, отлично. Ехать это будет слишком долго, видимо. Я уйду пока вот сюда. И спокойненько тут отсижусь. Блин, 66, вы видите это? Так я не увижу, когда он приедет. И чё? Вызвали транзит, там что-то горит все. Ну, сейчас легонько, конечно, может прийти обратно. Ваш товарищ. Так, тогда приехал, 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 приехал. Все, идем туда. Срочно сейчас валим отсюда. Ну, открывай дверь. Все, пошли. Ладно. Ладно, и нет. Заходим. Спиной, спиной, спиной. Мало ли. О, все, поехали. Фу. Ну, короче говоря, видите, как затратно получается. Но иначе он ходит и ходит. В принципе, звуковой-то его отвлекать. Тут замкнутое пространство. Если бы можно было куда-то дальше по коридору бросить. Тоже не понимаю. Ну ладно.
справились, как справились. Без огнемета, конечно, будет тяжко. Даже не представляю, как дальше без него проходить. Так. Ну, что у нас тут такая задача-то? Попасть в космопорт жилой зоны. Это вот все та же задача. Сейчас туда. Сейчас будем готовиться к автоматической стыковке. Того порядись. Связь временно пропадет, пока мы не выйдем на орбиту постепенного снижения и не займем позицию для стыковки. Мы ждем, пока вы развернете зажимы буксирной платформы. Сама не знаю, как вы меня на это уговорили. Я вообще сама не знаю. Как так я-то тут? Помню сюда. Подожди. Проверю. Да, я на месте. Поехали. А здесь хоть получилось потихо. По крайней мере. Он мог бы также сюда припереться. Ну, он такой нюхач. Он прямо... Прямо вынюхивает меня. И как бы я от него... Чёрт! Когда я от него укрываюсь... Ну, началось. Другой путь, ясно. Приехали, блин. Влезай. Началось. Ехали, ехали, да не доехали. Так, смотрим. Непонятно как, но как-то найти. С таким количеством внимания. Прекрасно. Ой. Да, лезь быстрее. Ладно, ну, не, я покину. Чувак, все, покидаю. Ой, а, не, вещество. Он же не залезет за мной сюда, правильно? Так, слушай, я ничего не вижу. Врубай свет. Опа. Берется. А там что, тупик, да? Взрыватель. Батарейки для фонаря. И все, и тупик, мне придется возвращаться. Подожди. Ну да. Так, а ты там что, так и будешь ходить, интересно? Горящий-то вот этот мэн. Покиньте станцию. Так, подожди. Никого нет, кажется. Тревога! Войдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида с подсказкой. Он идет за мной, да? Спокойно уходим. Так, тихо, что тут? Оп! Где он? Вон он. Ты что такой шустрый? Ты там за мной еще андроид ходит. Иди отсюда, ну ты серьезно, у меня 66 топлива. Нет здесь никого. Пошел. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Так, а что мы здесь делаем-то? Опа. Что-то мне совсем куда-то далеко. Покиньте станцию. Ну идем-то пока правильно, больше тут некуда было идти. Ну уходи, пожалуйста, нету огнемета уже вообще тебя гонять. Да. Нюхал. Или увидел. Что почти одно и то же. Я подальше от него отойду. Да как? Что тут делать-то? Ой, огонь, не горим. По-моему, он ушел. А! Так, быстро смотрим, что надо делать. Быстро. Что у тебя есть? Ничего не берется уже. Так, это что? Внимание! Всем покинуть станцию. Покинем сейчас. Не можем пока никак. Видишь? С товарищем ходим. Так, какой-то 1984 это для меня пока что. Главное, ничего читать не буду. Подожди, забор там что там. Ладно. Общая трата. Та ничего нету больше. Все понятно. По крайней мере, код я какой-то увидела. Так, ты норм? Вроде мертвый. Все, ладно. Этого пока не видно, не слышно, а другана моего, поэтому пошли. Да куда? Зачем я этот код взяла? Вот здесь? Что-то. Что здесь? Пропуск. Какой-то пропуск. Это блин.
Так, ну здесь, по крайней мере, эвакуации спрятаться. Не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Вижу, где применить код. Вот. Тут хотя бы ящики появились, прятаться можно. А то ходи, как хочешь. Так, 1984. Быстрее, быстрее, быстрее. 1-9. О, не то, не то. Как стереть-то? Подожди. Нет. Бля. У нас было так промах... Да. Проклятые стики. Тихо. 1-9-8-4. Молодец. Третья попытки. Пропуск. Топливо. Что там еще есть? Клей не берется. Тревога. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Фуф. Ну это уже не 66, согласитесь. Так. По крайней мере. Вот здесь нужен был пропуск, да? Хорошо, что он не спрыгивает часто. Услышал, что меня тут нет, ну и как бы это отчалил. Так, теперь надо спрятаться, потому что я не знаю, для чего использовала. Сейчас начнет что-нибудь пищать, гудеть, он прибежит. Пока посидим. Пришел. Да? Или что-то приехало? Подожди. Так, непонятно. Просто пристыковать торренс, найти другой путь к космопорту. Его нет. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Чё, покиньте станцию. Сенсор. Так, подожди. В итоге-то. А, смотрите, путь какой-то. Вот. Что это вот? Так, чувак. Смотрите, пока нет никого. Хлам, сенсор, хлам. Ага, отлично. Во! Какой-то путь есть. Сюда. Подожди, он сзади, что ли? Нет. А где? Все плохо. Стоим. Ять? Ага, туда, куда-то, да. Понятно, понятно. Ладно, вроде его не видно. Подождите, он как будто ведь, да, точка прям ко мне приближалась. Только где? Он что, где-то поверху лез? Где-то не сохранилось далеко. Нет никого. Ну ладно. Так, что тут у нас? Найти другой путь. Но по этому коридору, по всему, пока чисто. Все искрит, страшно, дверь заперта. Если что, конечно, огнеметом отпугнем. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Я походу вот сюда, только здесь крестик стоит, ну да. Начинается. Так, здесь закрыто. Его вроде нету. Ладно, пошли вокруг. Там вот, вот дверь вроде какая-то есть. Как бы зайти, но с другой стороны можно. Топливо! Еее, шикарно. Здесь что? Клей. О, тут дверь снова. О, спрятаться можно. Но его вроде нет. Поэтому давай перезарядимся, пойдем дальше. Потихоньку, потихоньку. А то, блин, что-то два андроидов мне еще сюда ссывать. Мне их только не хватало. Не видно нифига. Этот за мной постоянно ходит. Еще давайте. Опа! Андроиды будут ползать за мной. Еще что? Так. Ну, пусть там. Что мы здесь хотим? Давайте поймем. Сохранение. Да.
быстрее. Хотя бы дошли сюда, спокойненько набрали еще топливо. Фух, уже все хорошо. А теперь можем осмотреться. Так, у нас есть какой-то этот обходной путь. А что здесь делать-то? Так, я так понимаю, мне туда и надо. Что там? Опа! Ой, это просто шикарно, начинаем жить. Подожди. Так. Я слышала какие-то шорохи. Шарашится. Я хочу смотреть, мало ли, вот представляете, если есть где-то топливо, вот так вот уходить. Мне сейчас... Вот, например. Это жизненно необходимо. Патронами, конечно, от него не отстреляюсь. Но топливо-то мне нужно. А мне, как я понимаю, туда, видите, там опять что-то мигает, патроны. Патроны все дают. Да, но дверь заперта, поэтому, да, полезли туда. Ну и тут все как-то резче надо, что ли, действовать. Не знаю, как потому что если долго ползаешь, тормозишь, он все равно придет. Поэтому надо не тупить, не тупить. Это не всегда получается. Так, теперь. Что-то пикает. Ну где? Пока не вылазим. Так, что-то где-то усень рядом. Где? Ну, сюда пока. Что это? Что надо? Не работает. Почему? Почему у вас вечно все не работает, а? Скажите, пожалуйста. Что вы за люди такие, а? Ах, что, как сделать? После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Так, подождите-ка. Что у тебя? Пропуск. Ага. Подожди. Ага. Пошла. Ну, сейчас придет. Сейчас придет. Хотя вроде не должен. Вот что, парни. Нам нужно. Отсидимся пока. Берите все, что найдете и у кого найдете. Я нашел хорошее местечко в жилой зоне. Ребята сейчас заваривают вентиляционные люки и вырубают. Подожди, мужик. Так, отсюда выходим и туда. Ух ты. Мы не можем держать убежище открытым. Надо выстроить оборону как следует. Людей больше не берем, а вот еду, воду, лекарства и оружие, пожалуйста. Уж простите, мы должны забыть про жалость. Вот. Не работает. Надо где-то использовать этот пропуск. Подожди. Выходим. А. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Во. Ждите. Топливо отходит. Прям мои спасители. Чинкс. Давай. Чёрт. Где чёрт? Так. Ну-ка, жить бежит сюда. Нет. А чё она? Идет! Да-да-да, идет. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. Покиньте станцию. Так почему не работает? Что тебе надо еще? Подожди. И куда? Найти другой путь. Ой. Издевается. Ну ладно, дверь открылась, как я вижу. Уже не через эту надо идти, а тут вот напрямик. И сохраниться. Да, ведь? Он тут что-то лазил, ушел. Уже хорошо. Это быстренько здесь сохранимся. Они издеваются. Здесь одну фитюлечку нажмите, когда все время за вами ползает чужой. И ищите себе другой путь, как хотите. Так, тихо. Тихо, спокойно. Так, подожди, а мы...
получается, обратно по коридору, что должен идти. Внимание! Бежи. Всем погибло. Да. Кто... Кто так шлепает, думаю? Нормально, так я вообще не увидела его. Подожди. А дальше-то что нам? Ведь да все дальше и дальше по коридору получается. Ну? Ну, блин. Вот ты вот сейчас вот так не топай. Да я теперь фиг знает, куда идти. Прямой коридор же, здесь дверь закрыта. И что? Тут нет. Что вы мне предлагаете? Ладно. Ну просто идти. Пока просто. Идти, вот там дверь зелененькая горит. Но это, наверное, оттуда, откуда мы пришли, нет? О. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Тихо. В этом помещении мы не были, там прямо еще. Ого. Прямо какая-то дверь есть. 150 топлива. Печально, конечно. Ну а что делать-то, если вот он прям вот и ходит. Прям нос к носу столкнулись в коридоре. Что было делать? Так, ладно. Ищем все, другой путь. Да никак не найдем. Тихо! Спокойно. Ты что, психически? Такой. Так, здесь, наверное... А, вот, внутри жилая зона. И какой-то проход должен быть, наверное, отсюда. Пройдите в назначенный вам пункт эвакуации и ждите андроида-спасателя. Так, ладно. Ну, вроде он туда ушел. Сейчас я тут как-нибудь тихонечко зашкерюсь. Так, это что? Понятно. Ну и чё, как попасть-то мне туда? Какая-то лазечка-то же должна у вас тут быть или нет? Так. Подожди, вот это чё? Ага. Использовать рычаг. Что-то запустил генератор опять. Все топливо где? Где? Покиньте станцию. Все заорали, запущали. Во. Подождите. Смотрим. Ой, люди. Это вернуться в ту комнату, которая... Ага, обратно, короче, все это, идти по коридору и запустить ту фигню, которая не работала. Вы вообще гениальные разработчики, просто. Просто здорово, слов нет. Ладно. Пошли, у нас выхода нет. Чего-то не видно. Но я фонарем светить не буду, и так... Задрали уже ходить туда-сюда. Так, здесь должна быть дверь. Выходим в коридор, короче, пилим обратно. Никаких сокращенных путей, я так понимаю, здесь не будет. Угу, находим. Потихонечку так валим в том направлении. Сейчас я опять его нос к носу встречу, вот 100%. Внимание! Всем покинуть станцию. Ну, где-то уже видно. Классно. Ага. Хотя он идет, кстати говоря, туда же, куда и я. Ой-ой-ой. Он ушел. Я могу сейчас вот здесь пока спрятаться. Стоп. Он может потому что пойти обратно. Давайте продумаем план. Так, здесь узкий коридор. Встречаться с ним в узком коридоре, как вы видите, не варик. Тут негде прятаться. И он, наверное, отсюда не уйдет. Что сделать, если вот, например, кинуть ему туда эту звуковуху, спрятаться, самой пойти в том направлении? Вот что. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение.
Шли потихоньку. Не будем и звуковухи тратить. Кстати, мне непонятна вот эта история. А во, появилось создать. Странное дело. Ладно. СШГ, такая же фигня. Что это было? Ладно, подожди, нам важен огнемет. Нету. То, что не видно, нифига уже, ребята, извините. Палиться не хочется. Он где-то здесь. Пикнула. Так, стоп. Тра-та-та. А здесь дверь уже напрямую открыта. Где-то уходит, где-то уходит. Вот. А он туда... Нет, нет, он не туда пошел. Туда. Куда и мне. Что будем делать? Он ходит, ходит. В той комнате, куда мне надо, прикиньте. Может, мне через вентиляцию пролезть туда? Что, сохраните меня? Да, почему бы и нет? Ну, раз дошли, давай. Потому что если у меня здесь убьют, вдруг потом придется огнемет там потратить. Пока идем аккуратненько, обязательно сохраняемся. Пока все так аккуратненько. И там по прямой перейти прямо. Он, кажется, ушел. Хорошо, хорошо, идем. Тихо, спокойно. Успеваем Алешу обманывать какими-то путями. Давай, запускайся. А сейчас мне надо будет идти обратно. Так, по этому же коридору. 1005 раз. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте статус. Допустили. Отлично. Дальше что? Найти другой путь. Ну, понятно, конечно, где он? Чёрти где? Горит все там же, но теперь, видимо, что-то должно было опять открыться в очередной раз по пути туда. Какая-то дверь, наверное. Опять по коридору. Поэтому же. И музыка заиграла. Ха-ха. Как все весело и прекрасно. С Алёшей ходим и ищем путь. Он ищет путь, и я ищу путь. Он ищет меня еще при этом. Здорово. Ладно. Допустим. Опа. Где? Не слышу, не вижу. Где? Спрыгнул где-то. Там где-то. О. Так, слушайте, мне опять по коридору. Может, я ему туда звуковуху-то закину? А чё бы нет? Мне же опять переть туда. А где он? Нету. Я не хочу, чтобы он встретился со мной в коридоре. Поэтому действую следующим образом. Ну и мы. Сейчас. Кидаем. Так. Сянь! А он сюда и пришел, кстати. Он все сделал правильно. Он молодец. Правда, он идет за мной сейчас. Нет? Он прям вообще молодец. Он тут спрыгнул. А ну, скорее. Так, я сейчас тут ящик посмотрю, где он. Он ходит. Дайте-ка переждем этот момент. Ходит это, ходит. Ой. Ну, в общем, четвертый или пятый раз идем, да, уже туда сюда в этом коридор. Попробуем снова вот так пройти. Может быть, там что-то открылось. Вот он. Хорошо, что я спряталась. Угу. Иди отсюда. Он же, зараза, пустовучая, ушел. Но мне не нравится, в какую сторону он пошел. Мне туда же. Это плохо. Давай, давай, давай. Вот молочага. Так, ну что, пока он туда пошел, значит, будем продолжать двигаться. Что-то надо. Тут, что-то еще он там не меня.
Поняли? Вот. Тут закрыто. Здесь тоже закрыто. Идем. Все равно идем. Мне же в ту сторону, правильно? А здесь куда-то зайдем. Ладно, пошли. Там нет пока. Шопи, где он спрыгнул? Ты чё, псих? Ты чё вообще? Можно было... Пошёл дальше! Как можно было прямо мне на нос спрыгнуть? Отказ от вообще нормальный. Покиньте станцию! Это было чётко. Молодец, ты чёткий. Дайте-ка я сохранюсь. Так, ладно. Думаем теперь, куда, как покинуть эту станцию-то? Вот мы снова здесь. Что могло открыться? Что могло где открыться? Давайте проверить. Сейчас еще все обойти, блин. Не топливо дайте, хочу топливо. Нет, нигде. Кстати, пройти. Опять где-то он там. Брал. В этой комнате опять пошарить. Есть. А, вот эта дверь открылась, наверное, да, ведь? Эха. Вот. Хотя. Она же была закрыта, да? Правильно понимаю? Вот эта комната, вот. И мы типа сейчас лезем туда. Я так понимаю. Ну-ка. Да. Все хорошо, поехали. Если он тут нам сунется, быстренько его поджарим. 142, плохо. Там здесь нет. Здесь все чисто. Подожди, нет, здесь какой-то выход. Ага. Нам походу туда, но сейчас я еще здесь я смотрю, что валяется. Нет, здесь тут тупик. Нам сюда. Да. После эвакуации не пытайтесь вернуться на станцию прежде, чем система безопасности даст разрешение. Смотрим. Где? Кто? Так, и где мы оказались, непонятно. Ладно, идем. Севастополь, это Диана Верлен, Сторенса. Пытаюсь причалить к грузовой платформе под космопортом. Могу забрать выживших. Не сюда, так ведь? Терминал космопорта, отлично. Фуф. Как он мне прям на нос-то выскочил. Ой, гасились. Это было резко. Ну ничего. Мы справились. Идем дальше. Вот это вот хождение по коридорам, ребята. Как оно бесит. Туда-сюда. Ё-моё. Издевательство на нервами. Да, сохранимся, приехали. Отказ орбитальных стабилизаторов. Покиньте станцию. И пристыковать нам, видишь, покинули бы с удовольствием. Пристыкуем и покинем. Рады радёшеньки, сам. Веришь, нет. Чё и тут? Где этот? Ага. Непонятно пока, куда идти. Ой. Все. Осматривать надо на наличие огнемета. Вот что. Патронов вернее к нему. Ну и? Подожди-ка. Ходим тихо-тихо, чтобы как можно меньше привлекать его внимание. Тихонечко давай спустимся. Так. Тут да, это же самое начало. Здесь где-то должны были быть двери с умным резаком, я помню. Которую вечно мы не могли открыть. Такое. Чисто. Я тебе проверяю, где они. Подожди. Хм. Где-то вот. Так, та-та-та-та-та.
И непонятно, куда мне надо. Вот что и самое интересное, у меня даже задачи нет теперь. Так, ты что там, открываешься? Есть. Хотя бы. Там какая-то небольшая комнатка. Как я посмотрю. Проверим. Что там, что нажать нужно. Да. Хотя мне кажется, это все делается не отсюда. Так. Угу. Замечательно. Вот так вы всегда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что за замечательная комната? 75 огнемета дали. Фуф, ребята. Хьюз, это Рэнсом. Да. Я получил твой вопрос. Внимание, я был в архиве. Я намерен кое-какие из них расшифровать. Ага, мне нужны старые бортовые журналы, которые попали на Севастополь много лет назад. Понимаю твое беспокойство, но не волнуйся. Я ищу форменное старье, набор сообщений, отправленных одним кораблем перед вылетом Стедуса к Земле. Это не затрагивает ничьих интересов. Говорит Даллас, отправляю пакет отчетов с Настрома в Солнечную систему перед погружением в Энабиос. Похоже, ближайший к нам ретранслятор находится на станции Севастополь. В общем, ждите, выйдем на связь, как только доберемся до Солнечной системы. Конец связи. Угу. Так, подожди, что у нас еще получается? А, по аптечкам. А, нормально. Может, одну юзануть? Давай-ка, Оля. Хотя... Вот, ладно. Побережем так же, как огнемет. Так, ну ладно. Одну дверь я нашла, которую мы не могли открыть. Так, дальше пошли смотреть. Выдача багажа какая-то. Ну, это прям начало-начал. Здесь вот, смотрите, дверь закрытая. Грузовые перевозки. Даже вот я не представляю, куда идти. Аварийный шлюз. Может, к аварийным? Нет, аварийный шлюз рано. Давайте искать. Потому что у меня нигде даже задачи не стоит, что надо делать. Так, тут мы спустились, ходим аккуратно. По идее, я надеюсь не встретить андроидов здесь. Или людей хотя бы. Тоже было бы здорово никого не встречать. А там что за дверь? Она нас будет вести как раз-таки к аварийному шлюзу. Грузовые перевозки. Грузовые перевозки. Чтобы бежать, Задача-то понятна, но только... Чё, откуда это делается, непонятно. Ты закрыта, наверное, скорее всего, вообще. Ага, ну ладно. Так уже. Пойдем, мы же не бегаем. Хотя бы так побыстрее будет. То помещение очень большое, ползать тут еще на целую серию. Тихая. Вот, смотри. Это дверь тоже страшная. Там мы берем. А, можно. Можно. Рюкзаком ее. Отлично. Хоть дали передышку от этого моего друга. Слишком часто он ходит за мной последнюю серию. Опа! Куда-то можем уехать. Поехали, раз можем. Потому что более оттуда я не вижу никакого пути. Может, нам и задачу не писали, то, что тут, наверное, все закрыто, кроме вот этих вот дверей, которые можно разрезать было ионным резаком. И достижения дали, значит, идем правильно обычно. Если нашел верный путь, я пох там. Достижения сосунет. Смотри. Танцы у него разваливаются. Так, подожди. Ну, понятно. А, ву-ву-ву, хотя бы так. То, что у вас все разваливается, это я и так понимаю. Вижу. Я как бы нахожусь. И что? Нет, это не надо? Нет. Это я пока не... Я жду вашего сигнала, как слышите? Не могу использовать. Мне, наверное, сейчас надо что-то нажать, пристыковать. Верлен! А потом бежать сюда. Вы достаточно близко для радиоконтакта. Слава богу, Рипли, я вас слышу.
Ясно. Запустить процедуру стыковки. А где? Вы можете мне... Ой, что-то прям все везде. Ну, он, конечно, тут сейчас будет ходить, да? Я правильно воспринимаю? Экраны, вот это, наверное, использовать уродовенько. Ну, по крайней мере, я тут же сохранилась недалеко, поэтому... Блин. Есть. Устройство наведения включено. Устройство наведения тоже включили. Уже хорошо. И он приперся. Ну, что тебе тут надо? Шел. Непонятно, ты тут или ты не тут. Так, а мне прямо через коридорчик. Аккуратно, не подожгись. Кстати говоря, что-нибудь есть? Нет, нифига. Он, видимо, спрыгнул, что-то понюхал, все горит. Ну, у нас какой-то товарищ, да, не любит. Да, его шкуру палят. И что вы тут от меня хотите? Подожди. Может, через вентиляцию надо пройти? Подожди, подожди. Походу как бы вниз куда-то. Там чмок какой-то, все, можете не скажу. А здесь нету экранов, я не вижу. Никаких. Шприц. Давай, держим все. Тут еще что-то. Жетон. Вода, смотри, вниз идут. Вот. Вот эти же мониторы, только провода вниз идут. Все, пошли искать. Укс. Такая музыка прямо, знаете. Нервы, нервы мотают. О, провода. Там непонятно ничего. Сюда куда-то. Это не берется. Ладно, окей. Если что, пальну. Вот, перезагрузи-ка. Там наверху, наверное, заработают эти мониторы. Вот. Угу. Еще удумали, как все сложно-то. Так, ты, упырь, не залез ли сюда? Ну, пойду проверять. Может, потому что непонятно ничего. Здесь он или не здесь, но улазим потихоньку. Сидеть тоже долго нельзя на одном месте. Вот оно, заработало. Вот чисто. Давай что-нибудь полегче там это. Ой, блин, опять эта штука. Ой, быстро как получилось. Хорошо, Ритты, теперь дайте команду раскрыть стыковочные зажимы. Это где? Зажимы, зажимы уже, ребята, прям пошла жара. Где-то слез. Сзади кто-то показывает. Где, в смысле? Здесь он не мог появиться. Значит, там внизу ходит вот тут вот. Угу. Иди! Ладно, у меня есть огнемет. Пошли. Опять ушел. Ну тут, блин, я не пойму, где ходит. То ли ходит, то ли... Очень странная тема. Так, подожди. Я тут аккуратненько. Я смотрю, вот там есть какой-то компьютер. Наверное, снова что-то надо посмотреть. Угу. Ты живой, по-моему. Лучше к тебе не подходить. О! Сюда, наверное. Пошли-ка заглянем. Ошибка, раздел повреждения, общая угроза стабильности. А у него ошибка.
активировать. Верлен, зажимы готовы. Теперь идите к верхнему пульту управления. Где? Пульт управления. Так, это так и прямо. Мне не хватает только. А мне, наверное, на него показывали, что он движется. Сейчас лучше не пикать эту штуку. Пока мы идем, да? Сохранение. О, да. Такой путь проделан. Ты что, он сохранится? Отлично. Все просто замечательно. Подожди, это потом здесь спасаться, наверное. Да. А нам надо. Давайте продолжим следующую серию, потому что чую, мы прямо уже должны пристыковаться и прям свалить отсюда. И пока все так идет хорошо, все замечательно, мы передохнем чуть-чуть и очень скоро, я думаю, продолжим и даже завершим игру. Спасибо вам большое за то, что посмотрели серию. И до встречи. Всем пока.